Я Сулейманов Ляпи, живу в поселке ЛПК по адресу Панфилова, 28. И хочу сказать, что ремонта у нас не было лет 30-40. Все стены обшарпаны. Мы относимся к организации «Дом жилстрой». Вот они нас не хотят принимать. Но важно то, что ремонт в нашем подъезде не был. Вот. И в этом бардаке мы и живем. Обращался в ЖЭО. ЖЭО там мне сказали, подъезд они не обслуживают. Делайте сами. Хочу обратиться к городским властям, чтобы уделили внимание нашему житью, бытию. Это страшно.